3 сентября отмечено в российском календаре как День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата выбрана не случайно. 16 лет назад в Беслане произошло одно из самых трагических событий новейшей истории нашей страны. В память о жертвах террористических актов во многих уголках России проходят митинги. Городской округ Люберцы не остался в стороне. Эти кадры помнит каждый. 2004 год. Беслан. Тогда внимание всего мира было нацелено на обычную осетинскую школу, которая в одночасье стала местом гибели сотен людей. А название города до сих пор ассоциируется с теми страшными событиями. Первые числа сентября – это не только начало учебы, но и напоминание о том, что в современном мире не должно быть места терроризму. После Дня знаний коллективы, учащиеся 47-й школы, вновь собрались на линейку, только на этот раз не праздничную. В этот день мы вспоминаем и говорим: вечная память погибшим. И, конечно, мы говорим спасибо нашим специальным вооруженным формированиям, которые всегда готовы прийти на помощь. Собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному на территории школы. Там же прошла лития по жертвам терроризма. От участников митинга неоднократно прозвучали фразы: «Это забыть нельзя» и «Это не должно повториться». Луиза Игязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.